А это что же следствие отсутствия независимости? Дело в том, что мы знаем, что американцы не дадут нам проиграть. Так что напрягаться? Угу. Ну, потому что не дадут проиграть, может же быть, на разных условиях. Да, вот и мы будем кричать, что нас это не устраивает, они такие подлые, но на самом деле не делаем ничего, потому что знаем, что за нами большой дядя, который не даст этот, от которого мы зависим и который не даст нам проиграть. Ну, во-первых, даст. А были бы мы одни, одинешеньки? Во-первых, даст. Как Израиль. Во-первых, даст. Принудит, да. Постепенно, да. Ресурсом времени. То есть мы как бы еще поборсаемся, а поскольку в их руках вот вопрос регулировать, мы наступаем, не наступаем, то как бы полгода, год и как бы происходит. Я говорю о системе верований, которая существует. Что напрягаться, если и так добыть? То есть